Теперь о паводках. Уровень воды в реке Урал за сутки снизился на 4 сантиметра, но ситуация все еще остается критической, считают специалисты. Автомобильная связь с населенными пунктами, расположенными на противоположной стороне реки, не восстановлена. В села Коктогай, Уэрлек, Езбул, Ельтай, Аккала и Ынтымак можно добраться только на лодках. Угроза подтопления сохраняется также в селах Талдыколь и Сарайшак. В этих населенных пунктах продолжают укреплять берег реки. Жителей Талдыколя эвакуировали. На месте дежурят порядка 30 полицейских. Ситуация в областном центре стабильная. Продолжаются работы по углублению устья реки при впадении в Каспийское море.